Все сделал четко, все сделал как надо. Тебе слово. Спасибо огромное зрителям. И в первую очередь спасибо моему оппоненту, он спас. Поэтому на следующем турнире, получается, пояс разыгрывает, да? Климов и Тагир. Я не хочу сейчас ждать еще что-то. Я на следующем турнире. Гамзико, хватит прятаться от меня. На следующем турнире я тебя здесь жду. Поэтому не надо бегать от меня. Я ждать не собираюсь. И на следующем турнире я готов уже подраться. Поэтому Гамзико пусть готовится и выходит на следующем турнире уже со мной, потому что я ждать не хочу. Пока они сейчас на следующем турнире подерутся, а потом еще ждать, я не хочу ждать. Я хочу постоянно выступать. Я сейчас в хорошей форме. Мы сами видели то, что соперник не был готов ко мне. Я выше его классом. Вот. И Никита Гамзико пусть выходит на следующий турнир. А если Никита там, а как обычно, если он заболеет, еще что-то, Магомед Мамаев, я тебе говорю заранее, уже готов вес по-любому. Когда Никита откажется на бой выйти, все по хардкор позвонит тебе, именно тебе предложит бой. Поэтому уже сделай вес на 70 килограмм, я тебя жду, если что. Все, всем салам алейкум. И тебе тоже огромное спасибо. С победой. Спасибо огромное.